Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. На Кубани могут создать морское такси. Проект создания водных перевозок на юге России обсудили в Министерстве промышленности и торговли России. 80 бездомным оказали помощь в Сочи с начала лета. Количество рейдов по выявлению лиц без определенного места жительства увеличилось со стартом курортного сезона. Ежегодно работники почты на Кубани обрабатывают и доставляют более 100 миллионов писем. Сочинские почтальоны сегодня принимали поздравления с профессиональным праздником. Более 600 школьников совершили массовый заплыв. Водно-спортивным праздником в Сочи отметили День пловца. Пять лет после трагедии в Крымском районе сегодня вспоминают жертв наводнения 2012 года. За это время город сумел восстановиться и начать жить заново. Вениамин Кондратьев накануне отправился в муниципалитет, чтобы почтить память жертв той страшной трагедии и пообщаться с горожанами. Продолжат наши краснодарские коллеги. Сегодня в Крымске не найти последствий тех страшных событий 2012-го. Светит солнце, играют дети, город живет и развивается. И только плачущая женщина-мать, отлитая из бронзы, стоит в парке как напоминание о страшной трагедии пятилетней давности. К стене плача 6 июля каждый год приходят жители и гости города. На постаменте имена и фамилии всех, чьи жизни унесла большая вода. К мемориалу в день годовщины возложил цветы Вениамин Кондратьев. Крымск сегодня уже вернулся к прежнему ритму жизни. В городе строят новые спорткомплексы и дороги. Ведутся работы по берегоукреплению. Это стало самой первой точкой в рабочем объезде губернатора по городу. А это здание в 2012-м меньше всего напоминало школу, рассказывает губернатору директор. Вода была абсолютно везде. Привести в порядок учебные кабинеты удалось практически за 2 месяца. Сегодня это современная школа, отвечающая всем требованиям. Все условия для того, чтобы на самом деле мальчишки и девчонки, которые приходят в эту школу, на самом деле получили знания, то, что сегодня Крымск живет, развивается, у меня нет сомнений. Учебный процесс, школа – это есть будущее любого города, и Крымска в том числе. Будущее любого города и района за подрастающим поколением, отмечает глава региона. После осмотра школы Вениамин Кондратьев едет на строительную площадку спортивного комплекса. Возводить его начали еще в 2013-м. К зданию даже подвели коммуникации и выполнили отделочные работы. Но на этом стройку почему-то остановили. Но оборудование уже все закуплено. Ну, коллеги, тем более оборудование есть, все есть. Взять и достроить. Необходимо не потому, что нужно какую-то галочку поставить. Необходимо людям, жителям Крымска, в том числе вот этот ближайший микрорайон, они надеются и верят в том, что все-таки дети смогут прийти в этот бассейн. Очень важно не подвести ожидания. А мы и так, друзья, на 5 лет уже задержались. Проезжая по городу, невозможно не заметить еще одну большую стройку в центре Крымска – новый мост через реку Адагум. После завершения реконструкции дорога станет 4-полосной и позволит разгрузить этот участок трассы. Сроки сдачи. Начало строительства – декабрь 2016 года, окончание строительства – декабрь 2017 года. На данный момент находимся в календарном графике. Коллеги, знаете, важно не так, как мы строим, а когда построим. Поэтому если в декабре 2017 года вы его сдаете, это самое главное, что я хотел бы услышать. Построенный мост не просто свяжет город с соседними станицами. При реконструкции изменили расположение и количество опор, специально, чтобы увеличить пропускную способность реки. Ведь тогда, 5 лет назад, именно это место стало причиной затора. В воде оказались улицы и дома, погибли более 150 горожан. В память о них сегодняшнюю встречу с местными жителями Вениамин Кондратьев начинает с минуты молчания. Самыми первыми в зоне подтопления в 2012-м оказались дома вблизи набережных. Но трагедия для многих так и не стала уроком. Некоторые застройщики сегодня пытаются обойти закон. Вблизи рек возводят жилые дома и торгово-развлекательные центры. Пишут о том, что на определенных участках строятся, допустим, какие-то там или клубы, или торговые центры, или увеселительные какие-то там заведения. Но тут нельзя говорить о том, что если это жилое, значит нельзя, а не жилое можно. Принцип только один. Или разрешить всем строиться, или запретить всем проживать на этой территории, если она отнесена к территории подтопления. К застройке любого города нужно подходить с умом, добавляет глава региона. Для этого нужны четкие правила, где и какие здания можно, а главное, нужно возводить.
Крымск должен стать красивым городом, еще красивее, чем он сегодня. Это должна быть комплексная застройка объективно. То есть архитектурный облик, он на самом деле должен быть продуманным. Не надо его отдать на откуп застройщикам, которые что хотят, то и строят. Сделайте регламент, правила землепользования и застройки, чтобы понимание было того, каким будет Крымск завтра, было уже сегодня это понимание. Июль 2012-го для Крымска как будто стал точкой отсчета другой жизни. А к любым капризам погоды теперь, кажется, у всех в городе другое, особое отношение. В случае дождя, если проходит небольшой даже дождь, у нас автоматически выставляются сотрудники ГОЧС. Все водоемы, все реки мониторятся в круглосуточном режиме. Основная наша задача, Сергей Григорьевич, чтобы люди в своих домах могли спать спокойно, вот ночью. И чего здесь я опасаюсь, что полумеры, которые сегодня могут быть где-то сделаны, подчеркиваю, они не вызвали самоуспокоенность, что ничего страшного, все, этого хватит. Ну, почистили чуть реку, ну, и все, и пронесет. Вот здесь на как-нибудь не нужно надеяться. Мы должны быть уверены, что мы сделали сегодня все, чтобы в случае большой воды, уже, как я уже сказал, беда не постучалась в дом. О трагедии в Крымске местные жители, конечно, еще долго будут помнить, но уже сегодня они все реже стараются говорить вслух. За 5 лет город успел полностью восстановиться и сегодня на пути к созданию своей новой истории. Мария Крошина, Ирина Касабова, Алексей Комаров и Денис Москаленко, Кубань, 24, Крымский район. В ближайшее время губернатор Вениамин Кондратьев вновь вернется в Крымский район, только уже с рабочей поездкой. Глава региона планирует осмотреть предприятия муниципалитета и социальные объекты и уже по традиции встретиться с общественностью города, чтобы обсудить успехи и проблемы Крымского района. И продолжаем. Морское такси по Черноморскому побережью могут создать в Краснодарском крае. О проекте развития водных перевозок на юге России сегодня говорили в Министерстве промышленности и торговли. Глава ведомства Денис Мантуров провел селекторное совещание. Участие в нем принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Концепция морского сообщения включает в себя не только пассажирские перевозки внутри региона, например, рассматривают маршруты Сочи-Туапсе, Геленджик-Новороссийск, но и между Кубанью и Крымом. Для нас как принципиально важно, чтобы курортами были не только отдельно Сочи, Туапсе, Геленджик, там, Анапа, а курортом был весь Краснодарский край. То есть вот такой, как бы сделать морской серпантин, где начнет движение отдыхающих, которые будут путешествовать по всему Черноморскому побережью. Вопрос только в том, что вернуть уже эту традицию, потому что сегодня сходу, конечно, мы не получим экономику. Но на следующий сезон, когда уже друг другу расскажут и поделятся тем, что, допустим, что-то я видел в Анапе, что-то я видел в Геленджике, что-то я видел в Ялте, и все это за один промежуток отдыха, то я думаю, что понятно, может быть, через год, через два, но это станет уже привычным. Морские пассажирские перевозки, по мнению губернатора Краснодарского края, должны повысить туристическую привлекательность региона. Для полноценного развития проект предусматривает субсидирование водных маршрутов. Государственная поддержка должна быть и при воздушном сообщении, если речь идет о путешествиях между соседними субъектами, считает Вениамин Кондратьев. Также развитие региональных авиаперевозок зависит и от количества аэропортов. Глава Кубани попросил помочь правительство с переводом военных аэропортов в Ейске и Армавире под совместное базирование с гражданством. Авиации. Наличие аэропорта гражданского базирования – это другой совсем уже уровень и статус города, любого города. А, конечно, если приходит другой статус, значит, приходит другой бизнес, приходит другая экономика. Поэтому я, конечно, за развитие. Поэтому здесь просто нужно считать, да, и субсидировать. И здесь Краснодарский край готов к субсидированию, но, естественно, надо понимать, кто партнеры, кто будет оператором и как это все будет делать. Перелеты внутри Кубани востребованы. Некогда экспериментальный маршрут Краснодар-Сочи сейчас загружен практически каждый день. С начала года в этом направлении самолеты перевезли 35,5 тысяч человек. В акватории Черного моря увеличилось количество маломерных плавсредств, которые нарушают правила пограничного режима. Только с начала июня этого года в прибрежных населенных пунктах Сочи пограничниками выявлено свыше 30 подобных нарушений. Правонарушителями становятся граждане, которые вразрез российскому законодательству выходят в море без уведомления пограноргана, либо те, кто не ставит свои плавательные средства на учет в пограничных отделениях. Чтобы на законных основаниях выходить в море, владельцы маломерных судов, различных плавательных средств, в том числе и водолазных дыхательных аппаратов, необходимо заблаговременно ставить их на учет. А сделать это нужно не позднее, чем за 4 часа перед выходом в море. Если маломерное судно или плавсредство не снабжено автоматической идентификацией,
идентификационной системой, то их выход разрешается только в светлое время суток. Кроме этого, судовладелец, а также все лица, находящиеся на борту при выходе в акваторию, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Подробную информацию о правилах пограничного режима можно получить по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. С наступлением лета Сочи становится привлекательным не только для туристов, но и для людей без определенного места жительства. Рейды по выявлению бездомных проходят на улицах города во всех районах регулярно. Совместная работа полиции, казаков и управления по профилактической работе с населением городской администрации дает свои плоды. Бомжи удается возвращать к нормальной жизни. Все подробности в нашем следующем сюжете. Патрульная машина выезжает в рейд по городским улицам. Цель – поиск бездомных. Ехать далеко не пришлось. На улице Войкова, прямо на зеленой зоне, два человека – мужчина и женщина. Курят, выглядят неопрятно. Сразу становится понятно – бомжи. Вы откуда? Кто такие? Документы имеете? Документов у этих людей не оказалось. Парочку грузят в патрульную машину, везут в отделение полиции. Там, на улице, в беседке еще с десяток таких же, без документов и определенного места жительства. Одни скрывают лица, стесняясь своего положения, другим, похоже, все равно. Третьи с грустью вспоминают свое прошлое. У каждого своя история, как, например, у этого поэта из культурной столицы. Закаты солнца, паузы дождя – все это есть во мне, во всей вселенной. Вопрос лишь в том, осилит ли душа нести все это, свершится ли земли покой. 95-й, Москва. Полицейские работают отдельно с каждым таким человеком. Выясняют, как он оказался на улице, есть ли прописка, жилье. В особом помещении проживают. Прописки нет, да, у вас? Все данные фиксируют, вносят в базу. Обязательно снимают отпечатки пальцев, попутно проверяя, находится ли человек, например, в розыске или совершил какое-то преступление. Чаще бомжи оказываются простыми алкоголиками. Для других бродяжничество – это своего рода философия и стиль жизни. За тот год меня 6 раз увозили. Ничего. И все равно возвращаешься, да? Конечно. После сбора данных наших героев отвозят на дезинфекцию. Там их приводят в порядок. Моют, обрабатывают от педикулеза, потом направляют в тубдиспансер. Лица без определенного места жительства у нас подлежат обязательному флюорографическому обследованию. При выявлении изменений в легких мы потом их направляем либо в общую лечебную сеть для исключения неспецифической патологии. При подтверждении диагноза туберкулез, конечно, они получают лечение у нас в стационарных условиях. Местных жителей алкоголиков направляют в наркодиспансер. Там они проведут 21 день. Есть и более расширенные полугодовые программы реабилитации от зависимости. Было бы желание со стороны такой категории лиц. Еще один способ вернуться к нормальной жизни – центр социальной реабилитации. Там бомжи не просто живут, но и работают. Вообще, благодаря взаимодействию управления по профилактической работе с населением, полиции и казаков, многих удалось вытащить со дна. Было бы желание, а на помощь рассчитывать можно всегда. У меня сегодня есть конкретные примеры, когда такие люди возвращались к жизни, и мы помогали им в этом. Вот в частности могу сказать, что вот заканчивается сейчас строительство детского сада в Ардане и школы. Там непосредственно, в общем-то, вот эти лица из числа этой категории принимали, те, которые хотели, активно работали все лето и вот принимали участие. Мы как реагируем на звонки граждан, так и сами смотрим информацию где-то в интернете. Вот вчера, вот буквально на днях была получена информация о заброшенном строении на улице Донской. Вчера оттуда вывезли публику в количестве 5 человек. Что касается бродяг без местной прописки, их отправляют в Туапсе. Там их также стригут, бреют, дают кровь, еду, восстанавливают документы, пробуют найти родственников. Только с начала лета помощь была оказана 80 бездомным. И эта цифра растет с каждым днем. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Теперь добраться до Красной Поляны и Олимпийского парка будет дешевле. РЖД объявили о снижении стоимости перевозки пассажиров в «Ласточках». Речь идет об электропоездах, которые осуществляют перевозки в Адлер, аэропорт, Олимпийский парк и курорт Роза-Хутор. В соответствии с приказом региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края на сочинском участке установлен новый тариф в размере 46 рублей 76 копеек за проезд одной тарифной зоны, то есть 10 километров. Об этом сообщает Кубань-экспресс «Пригород». Ранее с 1 января стоимость на направлениях Адлер-Роза-Хутор, Адлер-Имеретинский курорт, Адлер-Аэропорт составляет
составляла 70 рублей. Новый тариф начнет действовать с 10 июля. Таким образом, добраться на «Ласточке» до Красной Поляны теперь можно за 337 рублей, а до Олимпийского парка и аэропорта за 149 рублей. И к другим новостям. В это воскресенье сотрудники Почты России отметят профессиональный праздник. Первые упоминания о работе почты можно найти еще в письменных памятниках, имеющих тысячелетнюю давность. Русская почта считается одной из самых старых в Европе. А вот официально утвердили появление нового праздника Дня Российской почты только в 1994 году. А сегодня представители этой непростой, но очень важной профессии поздравляли в Сочи. Расскажет Рената Шипулина. Почту можно назвать одним из первых источников связи. Она появилась раньше телеграфа, телефона и интернета. Потребность передачи и получения сообщений была всегда. Почта объединила города и страны. Многие люди и сегодня предпочитают пользоваться ее услугами. Ежегодно работники почты в крае принимают, обрабатывают и доставляют более 100 миллионов писем. Сортировка корреспонденции – именно так традиционно начинается рабочий день почтальона Ирины Высочиновой. На почту поступает много корреспонденции. Сейчас мы разберем ее по моему участку и понесем в доставку. Первым делом в сумку складываются письма, квитанции и свежие газеты. Почтальоны городских отделений проходят по территории своих участков по несколько километров в день за несколько часов. Они лучше всех знают истинный вес печатного слова. Но увеличение веса корреспонденции за счет поздравительных открыток в канун праздников их не огорчает. Каждый день вес сумки около 3 килограмм. Пока вот это я все разложу, разнесу, вес уменьшается, идти обратно гораздо легче. Остаток рабочего дня Ирина проводит в почтовом отделении, отчитываясь за заказные письма. За 10 лет работы почтальоном она уже привыкла слышать, что электронная почта скоро оставит обычную без работы. Но, по ее мнению, такого не произойдет. Иначе как объяснить, что при обилии электронных гаджетов за прошедший месяц она доставила сотни традиционных бумажных писем? Ты ходишь, узнаешь людей, общаешься с ними, они делятся, молодые, новости читают в интернете, но все равно, когда вот они отслеживают свою посылку или письмо, они смотрят в интернет и по-любому идут на почту. Ну и... А там уже они покупают ту же самую газету, которую уже прочитали утром. Почта не изжила себя и останется, она, ну, будет меньше писать, будут меньше читать, но она будет. В преддверии профессионального праздника сотрудники почты, в числе которых руководители отделений, специалисты, водители и те, кто непосредственно доставляет долгожданные письма, в стенах городской администрации были награждены грамотами и благодарственными письмами. Поздравления от главы Сочи озвучил заместитель мэра Сергей Юрин. Пусть нам чаще приходят письма, в которых будет только добро, счастье и любовь, а посылки будут наполнены только благополучием и радостью. Ваш труд неоценим. Спасибо вам за то, что работаете для нас. С праздником! В век интернета, нанотехнологии и покорения космического пространства День почтальона, на первый взгляд, может показаться немного архаичным праздником. Высокие технологии остаются, но и без верной, надежной почты нам всем, реальным и виртуальным, никак не обойтись. Рената Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Иван Купала – еще один праздник середины лета. Он имеет древние славянские традиции и обычаи. В этот день на Руси купались в озерах и реках, прыгали через костры и собирали целебные травы. Ночь накануне Ивана Купалы особенная. На курорте представители всех славянских сообществ решили провести ее вместе, соблюдая все традиции предков на берегу реки Сочи. Слово Ольге Десятовой. Оформлением праздничного стола занимались женщины. Сегодня пропорции продуктов измеряются в ведрах. Поскольку главные организаторы – белорусская община, то и центральное блюдо – драники. Для них потребовалось несколько ведер картофеля. Пришли гости к столу, на быструю руку 2-3 картошки натер, быстренько туда соль, все, готово блюдо уже на столе. Хоть к чаю, хоть просто так на перекус. Так что самое быстрое. И потом картофель – это ведь хлеб для Белоруссии. Иван Купала – праздник славянский, а потому присоединились к народным гуляниям и украинцы, и русские. С собой принесли собственные национальные угощения – сало и соленая рыба. Говорят, даже шашлык будет, но это уже дань Кавказу, на земле которого и состоится застолье. Это славянский праздник, это народный праздник, очень древний. Конечно же, мы чтим все древние традиции и не забываем об этом. И рассказываем нашим детям, и показываем. У нас обязательно участвуют детские коллективы. И по традициям, соблюдая, готовим сценарии и работаем по этим сценариям, показываем детям историю древних праздников. Пока взрослые готовят угощение, дети заняты нарядами. Национальные костюмы, венки – все это важные атрибуты празднования Ивана Купалы.
древних времен, когда-то давно-давно люди знали, что это огонь, вода и трава – это все мистическое. Ведь на основе этих и знахари. Также люди собирали травы. Они знали, что в этот день, ночь 6 на 7, можно было действительно окунуться в росе и оздоровиться. В этой связи и над развлекательной программой работали не один день. Народные гуляния на поляне уже вечером переместятся на берег реки. Там будет костер, через который будут прыгать. Не обойдется и без купаний в реке. Белорусы, украинцы и русские на праздник Ивана Купалы встречаются уже 5-й год подряд. Мы пригласили наше христианское общество, все придут к нам и греки, и грузины придут к нам сегодня на праздник, армяне и многие другие. 5-й год – это уже определенная традиция. Раньше в городе Сочи не было этой традиции. Мы решили, раз славяне так плотно стали здесь проживать и обустроились, то нужно минуть эти традиции. Обещают, что все вместе ночью пойдут и на поиски цветущего папоротника. Когда славяне собрались впервые 5 лет назад, пришли около 100 человек. Сегодня угощение приготовили как минимум для 1500 гостей. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. А завтра, 8 июля, в России будут отмечать День семьи, любви и верности. Праздник появился сравнительно недавно, но уже полюбился жителям нашей страны. Для супругов Ващенко из Сочи это особый день. В прошлом году они отметили золотую свадьбу. О секретах семейного долголетия теперь знает и наш корреспондент Татьяна Говоркова. Валентин, она Валентина. Говорят, когда познакомились и не подозревали, что общими у них будут не только имена, но и сама жизнь. Накануне Дня молодежи лучшую молодежь города Артемовска пригласили в городской театр на празднование. Праздник в разгаре. Вдруг ведущий объявляет вальс на приз. И через весь зал ко мне идет молодой человек в солдатской форме и в кирзовых сапогах. А у меня промелькнуло: «Боже, вальс в кирзовых сапогах, как это возможно?» После того вальса больше не расставались. Военная служба мужа определяла и их место жительства, постоянные переезды, новые города и даже страны. Валентина Николаевна признается, быть женой пограничника не так-то просто. Это и бараки, это неустроенное жилье, это удобство, извините, на улице, это подселение с многими семьями, такими же молодыми, как мы. Но вот прошло столько лет, и все равно кажется, что те годы были самыми, наверное, романтичными и самыми счастливыми. Выдержали, пережили все невзгоды. Почему? Да просто любили, доверяли, берегли и ценили. Хором говорят тезки. Где бы я ни служил, она же все время со мной и так далее. Это мой, как поддержка. Очень моральная. Самое главное богатство человека – это семья. Этому супруги учили сына, теперь учат и внука. Охотно делятся секретами семейного счастья и долголетия. Чувства, они самоугасают. Их нужно постоянно поддерживать каким-то образом. А самое главное – нужно избавляться от тех привычек, которые раздражают другого человека. И вот если меня раздражает что-то в муже, нужно проговаривать. И мы это делали. То есть нужно не молчать, не копить в себе, а вот именно сесть и выяснить. Спустя 51 год романтика из отношений Валентина Григорьевича и Валентины Николаевны никуда не делась. Поэтому ресторан вечером 8 июля в честь праздника – еще одна семейная традиция и еще один лишний повод признаться друг другу в любви. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Массовым заплывом отметили сегодня в Сочи День пловца. Участие в традиционном водно-спортивном празднике приняло более 600 человек. Это воспитанники спортивных школ города и представители трудовых коллективов курорта. Праздник на воде состоялся в акватории пляжа «Маяк». Свое мастерство на воде в День пловца сочинцы демонстрируют уже 15-й год подряд. А такая массовость, отмечают в департаменте спорта и физкультуры, демонстрирует отношение горожан и к спорту, и к здоровому образу жизни в целом. Что же касается плавания, то для жителей летней столицы это часть образа жизни. Популярен этот вид спорта и среди школьников. Из десятков спортивных секций они выбирают спортшколы с бассейном. У нас есть где заниматься физкультурой на воде, на открытой воде. Поэтому мы, конечно,
конечно же, этому виду спорта очень большое внимание отводим. У нас более 1000 детей занимается сегодня в спортивных школах. Но, тем не менее, сегодня мы именно отдаем дань открытой воде, морю, тому, что у нас есть естественная природа. Накануне провели совещание, напутствие дали, что все-таки вода, все-таки дети, и надо быть максимально внимательными, надо очень большое внимание отвести безопасности. Брасом, кролем, баттерфляем. Класс в этих стилях плавания сегодня продемонстрировали воспитанники второй детско-юношеской спортшколы и лучшие спортсмены Сочи, победители и призеры городских и краевых соревнований. Мы плыли 75 метров, получается, брасом. Было легко, так как в Сочи плаваем. И в родном море всегда легче плавать. Плавается очень хорошо, так как вода чистая, вообще вода прозрачная. Чем я плыл, это не мой стиль был. Хотел узнать, на что я способен. Плавание помогает мне, чтобы не болела спина, вода успокаивает тело. Все-таки Черное море же, должны уметь плавать. Спорт воспитывает в человеке хорошие качества и достижения своих целей. И занимаемся для того, чтобы достигать целей. Это здорово, когда вот могу идти домой и почувствовать себя, что я быстрее всех плаваю. Но знаю все виды. Одна из основных целей водно-спортивного праздника – популяризация плавания. А еще День пловца – это пример проведения тимбилдинга. Такие мероприятия, уверено руководство Сочи, сплачивает горожан. И все же в первую очередь водно-спортивный праздник – это соревнования, поэтому борьбу за награды здесь никто не отменял. Сильнейшие получили заслуженные медали и кубки. Ольга Десятова, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.